Коля! Что такое? Посмотри, Даша приехала. Познакомьтесь. Это моя младшая сестра. Здравствуйте. Бессонов, поэт. Пойдете со мной? Простите, я забыл представиться. Телегин Иван Ильич. По-моему, вы очень хороший человек. Извозчик ждет уж полчаса как. Поторопитесь, сударыня. Гони! Он хороший, да? Если честно, Катя, мне очень нравится другой человек. Как его зовут? Бессонов. Храни тебя Господь от него, Даша. Он страшный человек, Даша. Вы меня измучили, и я все время ловлю себя на мысли, что думаю о вас. Вы слишком похожи на вашу сестру, и я не вправе вторгаться в вашу семью до такой степени. Я тебя не люблю. Убить! Почему это выдумано, что мы должны жить какой-то необыкновенной, утонченной жизнью? Нам бы мужа попроще и детей побольше. Единственное место, где я хотела бы сейчас оказаться, это Самара. Я бы хотела бы вернуться домой. Что и у нас когда-нибудь будет все хорошо. Война. Меня призвали. Я даже не знаю, жив ли он. Вы либо святая Дарья Дмитриевна, либо дур. Так как вам будет угодно? Николай сказал, Иван Ильич твой пропал без вести. Пропал, не погиб. Это наш последний шанс. Кровь, смерть. Разве теперь возможно счастье? К вам, Иван Ильич, Телегин. Я выжил-то благодаря тому, что хотел снова вас увидеть. Станьте моей женой. The adaptation of the novel written by Alexei Tolstoy, The Road to Calvary. Oh.